нашої студії сьогодні завітала директор, художній керівник Миколаївського обласного театру «Ляльок» Вікторія Терещенко. Вітаємо вас! Доброе утро! Хотілося б проанонсувати нашим телеглядачам про фестиваль, який пройде вже зовсім скоро цими днями у нашому місті, до якого готуються абсолютно усі театрали, майстри лялькарського мистецтва. Розказуйте, будь ласка, де, як і що? Начинаем 1 октября традиционно, в первый выходной осени. Это уже многолетняя наша традиция. Открываем театральный сезон в 11 часов утра. Программа начинается чуть раньше, так что, дорогие зрители, приходите к нам заблаговременно. С 10:30 уже будет программа около театра и в самом фойе театра. В 11 часов утра будет торжественное открытие 47-го сезона театрального и одновременно работа первого дня фестиваля. Открываемся мы Херсонским театром кукол. После спектакля Херсонского театра кукол в фойе театра студия театральная Херсонская представляет свою программу. Вот. И далее в 16 часов начинается театрализованное шествие по улице Соборной до Каштанового сквера, которое завершится гала-концертом. Вот такие планы на 1 октября. Дивлячись на програму відкриття фестивалю, бачимо, що після презентації міста Херсон зразкового лялькового колективу «Промінець» буде передача ляльки на лялькову мапу України. Сьогодні ми це анонсували в ефірі нашої програми під час нашої рубрики «Афіша». Але хотілося б від вас почути детальніше, що ж це за лялькова мапа? Ну вот знаете, думали и придумали. Ну, должны же николаевцы, Николаев и Николаевский областной театр кукол отличаться от других регионов. И в связи с тем, что в каждом маломальски уважающем себя регионе проходят фестивали театров кукол, а вот, например, в Ровно проходит и фестиваль театров, театральных студий ляльковых, то мы решили все эти вопросы объединить в Николаевском регионе. У нас приезжают и взрослые театры, и приезжают ляльковые студии. Ну, а потом пошли дальше в своих фантазиях и придумали, а почему бы не создать к 30-летию Дня независимости Украины такую ляльковую мапу, чтобы каждый регион приехал, рассказал о своем регионе, о своих особенностях и еще подарил куклу, которая будет отличительная от всех остальных и принадлежать только этому региону. Это может быть кукла в каком-то этническом наряде этого региона или же символ их театра, так как у нас, например, морячок. И вот я думаю, что к 30-летию дня нашей независимости мы создадим полностью карту, потому что на каждый фестиваль будет приезжать 5 регионов, мы как раз успеем. А дальше, наверное, дай бог, если этот фестиваль понравится всем, то, наверное, мы будем какую-то новую форму придумывать для него через 5 лет. Пока вот так. Святкова хода на Соборній. Хто може брати участь? Тому що... Все, буквально все. От мала до велика. Нет ограничений ні по возрасту, нет ограничений в костюмах. То есть все, что угодно, господа, все, что вы считаете нужным. Главное взять с собой хорошее настроение. Бачимо також, що у вас з 16:30 до 17:30 буде святковий концерт за участю друзів театру, учасників фестивалю та творчих колективів міста. Що готуєте? Гала-концерт з участием, як от ви зачитали, приходіть, я не буду розказувати порядок, але це буде дуже цікаво. В прошлом году ми вперше таке зробили, понравилось і нам, і горожанам. Я думаю, что это теперь станет доброй традицией на все время, пока существует наш театр. Я думаю, что он будет существовать вечно. А ось Херсонський театр, ваші гості, які в 11-й годині будуть презентувати свою виставу, що будуть показувати, який матеріал привезуть? А от приходіть і увидіть. Ох, не хочете ви ділитись таємницями? Ні, не хочу. Зачем же заранее рассказывать? У них очень интересно, еще и концертный номер будет в Каштановом сквере. Они участвуют там, так что приходите, у нас интересно. Окрім херсонців, ви сказали, що кожного фестивалю до вас будуть приїжджати по 5 лялькових театрів та гостей.
То які області, окрім Херсонської, до вас приїдуть ще? В этом году приезжает Кропивницкий, Житомир, Запорожье, и приезжают к нам гости из Одессы. Одессы – это особые, они приезжают вне конкурса дети. Это дети с особыми потребностями. И с ними приезжают руководители, естественно, приезжают, привозят их родители. Мы хотим посмотреть, как они работают с такими детьми, поучиться их опыту, потому что у нас в плане в театре тоже работа с такими детьми. Вот это будет тоже одной из изюминок нашего фестиваля. И руководитель вечером будет показывать спектакль для взрослых. Тоже следите за рекламой, читайте нас в Фейсбуке и все увидите. Когда і що? Фестиваль – це справжнє свято, це феєрія, але я думаю, що тим, хто до вас завітає у гості на фестиваль, дуже цікаво буде доторкнутися до вашого мистецтва, до мистецтва театру ляльок, можливо, навіть доторкнутися до однієї з ляльок, переглянути, як проходить саме робота лялькаря з його лялькою. Чи буде така можливість? Звісно, звісно. Фестиваль – це завжди спілкування. Це такий синтез творчества, дружби, любви і радості. Поэтому для каждого коллектива поездка на фестиваль, участие в фестивале – это всегда такой, знаете, такая вишенка на тортике в буднях работы. В рабочих буднях вот такие вот фестивали, они всегда радуют коллективы. И, наверное, в таких фестивалях каждый коллектив понимает, на какой ступени он находится среди украинских театров. То же самое и со студиями. У вашій ході на Соборній вулиці будуть брати участь також дітлахи з театральної студії? Звісно. Ми в цьому році вперше набрали дитячу театральну студію. Дуже цікава малышня прийшла до нас. Ми не замахуємося на більш старших, тому що у нас є прекрасна театральна студія в українському театрі «Пані Куліса». Мы так взяли на себя смелость и решили, что, наверное, мы будем готовить кадры для пани Кулицы. Вот. Малыши с 3 до 12 лет у нас будут заниматься. Ну а далее будем к ним присматриваться. И, возможно, если они будут успешные, и мы будем видеть в них перспективных актеров театра кукол, то будем рекомендовать їх к дальнейшей учебі. З наших джерел ми знаємо, що малюки вашої театральної студії вже готують костюми, готуються до цієї ходи. Звісно, вони будуть участвувати вместе з нами, вони будуть йти впереді нас, тому що це наше будущее. Почесна місія. Так, да, так, да, да, да. Напередодні Дня працівника освіти хотілося б від вас почути, можливо, якесь привітання до працівників освіти, до вчителів, тому що ви у своїй театральній студії також тепер будете виступати як вчителі для цих малюків. Хотілося б трошки слів привітань та... З удовольствием. Дорогі наші колеги, я желаю вам в першу чергу мирного неба. Це найголовніше в житті. Я желаю вам творческого подхода в своей работе. Мы с вами делаем одно единое дело. Мы воспитываем нацию. И от того, насколько мы будем любить свою работу, насколько мы будем жить ею, зависит от того, какая будет Украина и какая вырастет нация. Я думаю, что мы с вами справимся. Здоровья нам всем, вам в первую очередь. И еще раз мирного неба. Дякуємо вам, а нашим телеглядачам хочемо нагадати, що у цю неділю, 1 жовтня, Миколаївський обласний театр «Ляльок» відкриває новий 47-й театральний сезон та регіональний фестиваль театрів «Ляльок» і студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька». Вже з 10:15 ви запрошуєте гостей до свого театру.